ಬಿಹಾರಿ ಗೋಪಿನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಗೋಪಿಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಯಶೋದ ನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದ ನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನ ಧೀರ ವನಚಾರಿ ಯಮುನ ಧೀರ ವನಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ ಹರಿ ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಯ ಶಿವ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಯ ದಂತರಾಜ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವತಂ ಕೀ ಜಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ಕಂಸಂ ತತೋ ಜಯಾಮುದೀರಾಯ ನಷ್ಟಪ್ರಯೇಷ್ವಪಾತ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ ಭಗವತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Так, сегодня мы с вами читаем четвертую песню Шримад Бхагаватам, глава 13, потомки Друвы Махараджа, тексты 29, 30 и 31. Майтрея увача анго виджа вачах шрутва Яджамана Сударамана Татпраштум Вьясритатвачам Садасьям Тат Анугьяя. Майтрея продолжал свой рассказ. Услышав слова жреца, царь Анга сильно опечалился. И спросив у них разрешение, он нарушил обет молчания и обратился с вопросом ко всем жрецам, присутствовавшим на месте жертвоприношения. Текст 30. Нагачан Тяхута дева нагринанти гриханева иха садасаспаттайо брута кимавадьям мая критам. Обращаясь к жрецам, царь Анга сказал: «Дорогие жрецы, пожалуйста, ответьте мне, какое прегрешение я совершил? Несмотря на приглашение, ни один из полубогов не захотел участвовать в жертвоприношении,
и не принял предложенные ему дары. Садасаспатая учу нарадевиха бхавату нагхам таван манаксритам астикам практанам агхам ях ихедри твам апраджа. Жрецы, проводившие жертвоприношение, ответили: «О царь! В этой жизни ты даже в мыслях не совершил ни одного неблаговидного поступка и ни в чем не провинился. Но нам известно, что в прошлой жизни ты согрешил, поэтому, несмотря на все свои добродетели, у тебя до сих пор нет сыновей». Комментарий о божественной милости Бхактивиданта Свами Шрилы Прабхупады. Люди женятся для того, чтобы произвести на свет сына, ибо только сын способен вызволить своего отца и предков из ада, в который те могут попасть. Недаром Чанакья Пандит говорит: «Утрагина грихам шуньям». Семейная жизнь без сына пуста и бессмысленна. Царь Анга был очень благочестивым, но из-за грехов, совершенных в прошлой жизни, у него не было сына. Отсюда следует, что если у человека нет наследника, причина тому – его прошлые грехи. Так, мы прочитаем три стиха. Перевод. Майтрея продолжал свой рассказ. Услышав слова жрецов, царь Анга сильно опечалился, и, спросив у них разрешения, он нарушил обет молчания и обратился с вопросом ко всем жрецам, присутствовавшим на месте жертвоприношения. Обращаясь к жрецам, царь Анга сказал: «Дорогие жрецы, пожалуйста, ответьте мне, какое прегрешение я совершил. Несмотря на приглашение, ни один из полубогов не захотел участвовать в жертвоприношении и не принял предложенные ему дары». Жрецы, проводившие жертвоприношение, ответили: «О царь, в этой жизни ты даже в мыслях не совершил ни одного неблаговидного поступка и ни в чем не провинился. Но нам известно, что в прошлой жизни ты согрешил, поэтому, несмотря на все твои добродетели, у тебя до сих пор нет сыновей». Омагьянатимирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмилитам янатасмай шри гураве намаха. Мука кароти бачалам пангум лангаяте гирим ят крипатам ахам ванде шри гуруни натарина. Параманандам адавам шри чайтанья ишварам. Намам вишну падая кришна приштая бутале. Сримате бхактивиданта свамини тинамине. Намасте сарасвати деви гауравани прачарини. Нирвишеша шуньявади пащата деша тарине. Чай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, здесь описано, как царь Анга совершает жертвоприношение для того, чтобы получить сына. И это говорит о том,
что его деятельность находится на уровне карма-канды. Очевидно, история, которая описана здесь, была в Трета-югу, когда, в общем-то, средством достижения совершенства было совершение жертвоприношений. Вот. Царянга жил в Трета-югу, поэтому совершал жертвоприношения. Но жертвоприношения предназначены для удовлетворения Кришны. Ягьяртат карману ньятра локуяма кармабанданага, тадартат карма каундая мукта сангах. Любое жертвоприношение должно выполняться, любое действие должно выполняться как жертвоприношение Вишну. Ягья предназначена для Вишну. Бхактарам ягья тапасам сарвалока магишварам. Об этом говорится во многих местах Бхагавадгиты, но царь Анга, к сожалению, этого не понимал. Поэтому, поскольку у него было материальное желание, он хотел получить сына. Он был очень благочестивым человеком. Но у него было невинное желание. И он совершал жертвоприношение для того, чтобы получить сына. И это, в общем-то, материальная вещь. Поэтому его действия относятся к категории не преданного служения, а карма-канды. Он совершал жертвоприношение для удовлетворения полубогов, чтобы они даровали ему сына, потому что, ну, это проще. И мы видим, что в этом случае все должно быть идеально. Поэтому он спрашивает в предыдущих стихах, почему? Очевидно, вы что-то не так делаете. Какая-то ошибка была, да? И он, но жрецы ему объяснили, что мы ни одной ошибки не совершили. Мы совершили ягью вполне по всем правилам, никакой ошибки не было совершено. Очевидно, причина заключается в другом. И он заподозрил и спрашивает, тогда что за грехи я совершил? И он был уверен, что в этой жизни он грехи не совершил. Но так многие задают такие вопросы. Почему со мной это происходит? Почему? И совсем не обязательно, что, ну, я должен в этой жизни что-то совершить. Нет, мы в этой жизни расплачиваемся за грехи прошлой жизни. А то, что мы сейчас делаем, за это мы будем страдать в следующей жизни. Поэтому царь Анга, он не понимал этой тонкости, и браманы объяснили ему дальше. Объяснят, что да, в этой жизни ты ничего дурного не совершил, но в прошлой жизни ты совершил грех. И нам это известно. Из-за этого греха ты не можешь иметь сына. Так. Вся ситуация, она, в общем-то, вокруг карма-канды. Если человек совершает грех, он должен за него расплачиваться и так далее, и так далее. Но дальше мы увидим, что жрецы не были обычные дживы, они были очень мудрые и объяснили ему, что если ты хочешь изменить свою карму, ты должен удовлетворить верховную личность Бога. Только бхакти меняет карму. Только благодаря бхакти человек может, несмотря на то, что по карме не должен иметь сына, он получает сына. И мы видим благо, которое
человек получает благодаря преданному служению. Кришна меняет карму. Он дает сына. Простите. Он дает сына, но дает плохого сына. Здесь мы видим историю появления Вену. Царь Вену был демон. А царь Анга был очень хорошим и благочестивым человеком. И Кришна хотел, чтобы он, в общем-то, ну, он был материалистичный. Он понимал, есть верховная личность Бога, но он был материалистичный. Каништха. Он понимал, что есть высшая истина, есть верховная личность Бога, но у него были материальные желания. Как их достичь? Ну, проще через полубогов. Многие преданные даже сегодня так делают. Как избежать проблем? А, надо повесить там какую-то янтру, там, какого-нибудь полубога, да? Какую-нибудь оберегу там непонятную или еще чего-нибудь. Для чего это нужно? Ну как, чтобы не страдать? А чтобы деньги были, надо Лакшми янтру поставить. И это тоже кармаканда на самом деле. Это элементы кармаканды. Хотя, ну как бы, я могу думать, почему кармаканда? Да потому что мы обращаемся не к Кришне. Мы обращаемся к полубогам. И Лакшми в одном месте Гургавинда Махарадж говорит, преданный никогда не поклоняется Чанчала Лакшми. Лакшми, которая дает деньги, им поклоняются только полубоги Каништха. И другие каништхи. Потому что Чанчала Лакшми, она не постоянная Лакшми. И она, и это не вечная форма. Она, это та форма Лакшми, которая относится к материальному миру. В материальном мире это Лакшми, да, она дает деньги, но она их и забирает. Наверное, дает временно. И поклоняются, она дает Лакшми, дает деньги. Но преданный настоящий, он не поклоняется Лакшми. Он поклоняется только Радхе и Кришне, Ситараме, Лакшми Нараяне. Но не для того, но не Чанчала Лакшми, не для того, чтобы деньги иметь, не для того, чтобы еще что-то иметь. Но это чистый преданный. Но даже если у него есть материальное желание, он понимает и сознает, что они не сделают его счастливыми. И эта история, она поучительна. Да, мы видим, что это четвертая песня Шримад Бхагаватам. И четвертая песня Шримад Бхагаватам, она вот предназначена для того, чтобы человек понял и осознал, что ничего материальное не может меня сделать счастливым. И эта история показывает, что даже если у тебя сын, и у тебя родится сын, ты удовлетворишь свое материальное желание. Ты вроде ждал от этого сына счастья, но ты получишь несчастье. В конце концов, Анга это понял. Хараджа Анга понял, что ну как бы я хотел счастье получить сына. А вместо этого этот же сын причинил мне такие боли и страдания, что они невыносимы. И он не хотел этого. Мы можем не хотеть страданий, удовлетворяя свои материальные желания, но страдания придут Дукалая Машешватам. Потому что причина страданий на самом деле это
наше настроение полное анарх. Анархи – причина страдания. Что это за анархи? Это определенное настроение, внутренняя философия человека. Поэтому духовный учитель, он меняет внутреннюю философию, он дает знание Дивья Гьян, которое должно изменить внутреннее настроение и философию человека. Майя мукдася дживася, кейонартхаш чатурвида, кридарь бальям чапарадху, саттришна, таттва вибрамаха. А в Амная Сутре говорится, что живое существо, привлеченное Майей, имеет четыре типа анарт. Хридарь валям, слабость сердца, апарадхи, оскорбление, таттва вибрама. Это иллюзия, невежество и асаттришна, желание материальных объектов. И все начинается с иллюзии. Свататтва парататвеча саддесадана таттвайо вироди вишая чайва таттва брамашчатурвида. Свататтва. Я не знаю, кто я. Парататвеча. Я не знаю, кто такой Бог. Садья садана, я не знаю цель саданы и цель жизни. Я не знаю, для чего я живу, я не знаю, как достичь цели жизни. Я ни цели не знаю, ни средства достижения. И последнее – это вироди вишая. Я не знаю, что мешает мне достичь высшей цели. То есть я не понимаю, что я должен совершить. Я поэтому совершаю неправильные вещи, которые также мешают мне. Совершаю грехи, да? И это есть невежество. Что такое невежество? Четыре типа невежества, да? И это невежество говорит об отсутствии знания Дивья Гьян. Человек не понимает цели жизни. Но он не понимает, то есть он не браман. Браман должен знать эти четыре вещи. Он должен знать цель жизни, он должен знать, что мешает мне жить и причиняет мне страдания. Человек должен знать, что значит высшая истина, да, это цель жизни, парататва. И человек должен знать атмататву, кто я. Так. Вот избавление от этой анархии, оно ведет к тому, что человек постепенно избавляется от других анарх, таких как как она называется, асаттришна, да, асаттришна. Асат – это материальное, асат – желание материальных объектов. И Бхактивинода Тхакур говорит, что желание – это анартха, ее тоже, они бывают четырех типов. Вот. Асаттришна бывает четырех типов. Мы их можем желать просто наслаждаться материальными объектами, как царь Анга. Иметь сына, иметь дочь, иметь семью, иметь то, иметь машину, иметь деньги. Бесконечное количество материальных желаний. И это все асаттришна. Ахикеша швайшана пара.
трикешу чайшана шубха. То есть желание материальных объектов, желание сварги райских планет. Кармакандия не желает райских планет. Мусульмане желают райских планет. Христиане желают райских планет. Любая материалистичная религия, или, которая, в общем-то, относится к упа-дхарме, временной религии, мирской дхарме. Она побуждает человека наслаждаться райским царством, да? Райские наслаждения, желание мистических сил или освобождения. Даже мистические силы – это тоже материальное желание. Не даже освобождение. Бхактивинода Тхакур поэтому говорит, что только бхакти находится полностью на трансцендентном уровне. Даже если человек желание освобождения имеет, он все равно материалистом считается. Вот. Затем хридай дарбальям, это слабость сердца. Слабость сердца. Туча шакти скутинати. Бхактивинода Тхакур говорит, что бывают четыре типа слабости сердца. И первая из них это привязанность к материальным объектам, которые я принес с прошлой жизни. То есть я привязан к тем объектам, которым был привязан в прошлой жизни, и в этой жизни это становится моей слабостью сердца. Можно видеть, как некоторые дети там в 5 лет начинают курить. Откуда эта привязанность и тяга? Да? Это очень странно. Или он начинает еще к чему-то, что-то такое имеет. Оно видно, что его прошлая жизнь, она толкает его на эти привязанности. Вот. Потом кутинати, лживость или лицемерие. Лицемерие, кутинати, ложь, когда человек склонен лгать, и нет ни одного человека, который не лжет, потому что это слабое сердце, это с прошлой жизни, это все обусловленная природа живого существа. Вот. Затем зависть. Матцарьям. Матцарьям сва пратиштаха. Зависть. Матцарья. Это слабость сердца. Дети, никто их не учил завидовать. Они видят игрушку у другого. Я хочу, да, дайте, дайте. Зависть. Никто не обучает человека завидовать, но он начинает завидовать прямо с детства, потому что это прошлая жизнь, хридай дарбалям. И пратиштага, желание выделиться. Да. Дети с детства. У них, я круче, я сильнее, я крутой. Есть вот это вот желание выделиться среди других. Никому этому учить не надо. Потому что это то, что мы принесли с собой. Это хридая дарбалья. И последнее, апарадхи. Апарадхи, оскорбление. Бхактивинода Тхакур говорит, они бывают четырех типов, да.
намапарадха, севапарадха, дживапарадха, вайшнавапарадха. Оскорбление святого имени, оскорбление дживы, оскорбление вайшнава и севапарадха, оскорбление лотосных стоп Господа, служение Ему. Так? Четыре типа апарадх. И апарадхи являются самыми серьезными препятствиями на пути к бхакти. Вот. И Бхактивинода Тхакур объясняет, что эти анардхи являются, они порождают то, что порождает страдания. Что они порождают? Кама, крода, мада, моха, лоба, мацарья. Они порождают шесть врагов: вожделение, кродха, гнев, лобха, жадность, моха, иллюзия, мада, гордость, мацарья, зависть. Это шесть врагов. Почему врагов? Да потому что они нам страдания причиняют. Они порождают шесть волн страданий. Да? Шока, моха, кшут, випасса, джара, мритью. То есть шока, горе. Горе. Если человек имеет эти анардхи, обязательно будет горе. Иллюзия. Кшут, голод, пипаса, жажда, старость, джара и мритью, смерть. Таким образом, мритью, смерть, старость, все эти вещи, волны материальных страданий, они приходят только к тому, кто имеет анардхи в сердце. Если человек очищается от анардх, то страдания полностью уходят. И это означает, что полностью страдания уходят на уровне бхавы. Полностью. Потому что на уровне бхавы все анардхи уходят. И тонкие, и грубые. На уровне ништхи уходят грубые страдания, но тонкие еще остаются. Потому что на тонком уровне у нас еще не чистое сознание. Вот. Поэтому человек должен при помощи духовной практики преодолеть все эти препятствия. Для этого он должен обладать, ну, таким волей, сильным желанием. Вот. Что же избавляет нас от всех анард, кроме апарадхи? Хотя и апарадхи тоже, кроме вайшнава апарадхи, да? Да? И это нама санкиртан. То есть воспевание святого имени, то, что практика воспевания святого имени. Почему? Потому что, ну, оскорбление – это самое серьезное препятствие, мы говорили, на пути к бхакти. На других уровнях, допустим, на других путях, карма-канда, да, жертвоприношение, здесь Анга, он спрашивает, все ли вы правильно сделали. На пути бхакти неважно, правильно ты сделал или же не совсем правильно. Да?
На пути к бхакти гораздо важнее первое – это искренность, то есть искреннее желание. Поэтому в 11-й песне Шримад-Бхагаватам Кришна говорит, что если человек совершает бескорыстный поступок для меня, то есть если он бескорыстно служит мне, то даже если внешне этот поступок абсолютно бесполезный или совершается из чувства страха. Так? То есть мы можем совершить преданное служение из чувства страха. Кришна, Кришна! Я испугался, Кришна произнес. Это преданное служение. И Кришна говорит, это высшая форма религиозной деятельности. Так? Высшая форма религиозной деятельности. Или же внешне бесполезная. То есть я кучу ошибок понаделал, но при этом искренний. Так? Кришна говорит, это высшая форма религиозной деятельности. Даже если я строил храм, но при этом храм развалился, землетрясение, все. Если я строю себе дом, то это бесполезная трата времени. Но если я строю храм для Кришны и делаю это бескорыстно, так, то это высшая форма преданного служения. Поэтому настроение внутреннее, в этом суть бхакти. То, что помогает развивать бхакти, это отсутствие вот этого оскорбительного настроения. То есть не совершать нама-апарадхи, не совершать вайшнава-апарадхи. Вайшнава-апарадха разрушает полностью всю духовную жизнь. Нама-апарадха развивает постепенно лицемерие. Говорится, что нама-апарадха развивает пять качеств. Лицемерие, атеизм или сомнение. Сомнение – это атеизм. То есть сомнение, приведет меня это к высшему совершенству или нет? А вообще, Кришна мог или нет? Она развивает третье – привязанность к тому, что уничтожает сознание Кришны, то есть греху. То есть нама-апарадха постепенно у человека появляется материальное желание. Она развивает материальное желание, то, что уничтожает сознание Кришны. Четвертое – он теряет интерес к садхане. То есть уже нет шакти, нет энергии, нет желания вставать рано утром. Нет желания следовать какой-то аскезе. И последнее – это гордость. Гордость за то, что я сделал в преданном служении. Вот он я то сделал, это сделал. Если я горжусь своим преданным служением и проявляю признаки гордыни, то это означает, что моя нама, она оскорбительная. Таким образом, вот эти оскорбления нама-апарадхи, они разрушительны для бхакти. И Джива Госвами, Бхакти Сандарви, простите, он говорит, что 100 оскорблений порождает лицемерие. 1000 оскорблений. Человек не хочет совершать аскезы, да, он становится таким. Если человек совершает 10 тысяч оскорблений, то он лишается бхакти.
Поэтому оскорбление – самое серьезное препятствие на пути к бхакти. И вайшнава апарадхи, оскорбление преданных, это бешеный слон. Тот, кто совершает вайшнава апарадхи, не способен развивать бхакти. Его бхакти будет гаснуть каждый день. Его вкус будет полностью уничтожен и потерян. Невозможно оскорблять преданных и при этом поддерживать вкус духовной жизни. Вот. Таким образом, путь бхакти, он постепенно, но опять же, что я хотел еще сказать, что если я совершаю апарадхи, то каков путь избавления от апарадхи? Если человек хочет избавиться от нама-апарадхи, единственная возможность избавиться от нама-апарадхи – это петь нама-киртан. Святое имя избавляет от оскорбления, нанесенное святому имени. Но вайшнава-апарадха избавиться от вайшнава-апарадхи только, возможно, благодаря милости вайшнава. И нужно понять, что это, ну, как бы естественная вещь. Подобно тому, как если я совершил нама-апарадху, да, я оскорбил святое имя. И только святое имя мне может простить. То есть уничтожить результаты этого оскорбления. Точно так же, если я совершил вайшнава-апарадху, то оскорбление, то есть страдание, которое приносит вайшнава-апарадха, или реакция, которую я получу за вайшнава апарадху, возможно уничтожить только благодаря тому, что я служу вайшнаву, и вайшнав меня прощает. И это абсолютно естественно и логично. Вот. Харе Кришна. Если есть какие-то вопросы, обсуждения, пожалуйста. Харе Кришна, Адирас Прабху. В чате вот вопрос есть. Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. В комментарии к читанию Чаритамрити Ади 1773 Шрила Прабхупада пишет: духовный учитель Господа Чайтаньи наказал ему регулярно и вдумчиво читать Бхагаватам, чтобы постепенно развить вкус к повторению Махамантры Хари Кришна. Можно ли в двух словах объяснить взаимосвязь Шримад Бхагаватам и святого имени? Это Брихат Бхагаватамрита Прабху спрашивает. Шримад Бхагаватам – это лилы Кришны. И лилы Кришны, они связаны со славой Господа. То есть, что делает Бхагаватам? Бхагаватам прославляет Кришну. Когда вы узнаете о славе Господа, вам хочется воспевать его имена. Правильно? Например, если вы услышали славу о каком-то человеке, у вас появляется интерес к этому человеку, и вы начинаете о нем говорить и его прославлять. Таким образом, Шримад Бхагаватам, оно порождает внутри веру в личность. Когда вы слушаете о славе этой личности, о ее деяниях, что она делает. Потому что Бхагаватам мы узнаем, Бог, Он служит нам, Он творит этот мир. Он такое развернул тут творение. Ради чего? Ему это надо?
Ему это надо, и при этом он к этому миру вообще никак. Прабхупада говорит, что материальный мир для Бога все равно, что туалет. И он особо тут ничем не занимается. Тем не менее, Кришна не нуждается в том, чтобы ходить в туалет. Шрила Прабхупада говорил об этом для того, чтобы поняли, что для Кришны материальный мир – это вонючий туалет. И этим туалетом мы наслаждаемся, и ради нас он создает этот мир, это творение, да? Как Кришна наслаждается материальным миром? Косвенно. Ну, в духовном мире не посражаешься. Можно только здесь. Приди и проявить героизм. В духовном мире врагов нет. Они тут есть. И Кришна приходит для того, чтобы проявить лилу. Да? Есть лила-аватары, которые чем занимаются? Они вот проявляют героизм. Нарасимха пришел, Вараха пришел, оп, играючи убил Хираньякшу. Но когда Кришна приходит, на самом деле он не наступает в этот мир, он не связан с этим миром. Это просто его лила, игра. Поэтому, когда мы слышим об этих величественных вещах, то нас начинает интересовать Кришна как личность. О, это Бог, это абсолютная истина. Надо же, он столько тут делает. Он так такие игры совершает. И это что порождает? Это порождает интерес. А интерес, он порождает воспевание. Ну, как бы, мое воспевание становится осознанным. Я начинаю не просто как ритуал это делать, а молиться: Кришна, ты такой великий. Ты просто лежишь и во сне творишь. Из твоих пор выходят вселенные. А кто я в этой вселенной? Пылинка. Я для тебя кто? По сравнению с тобой я просто вот это вот атомарное живое существо. Несмотря на это, ты ради моего блага творишь, приходишь в этот мир, хочешь вернуть меня в духовный мир. Всему этому учит Бхагаватам. В конце концов, Бхагаватам дает ашраю, ашрая, прибежище. Смысл Бхагаватам дать нам прибежище у лотосных стоп Кришны. Когда я начинаю понимать это, я начинаю думать: Кришна такой великий, он такой милосердный, он ради меня вообще начинает процесс творения, и вообще я этого не заслуживаю. Я его предал, ушел от него, а он мне служит. Поэтому, в общем-то, задача Бхагаватам заключается в том, чтобы изменить мое отношение к Богу и побудить внутри желание прославить Его. Харе Кришна. Еще раз повторите. Ага. В общем, вопрос такой. В духовном мире, чтобы игры продолжались какие-то, повторялись, да? Живые существа, на какое-то время,
теряет память. То есть и эти события мы проживаем по новой. То есть нам, для нас это все новое. А вот для Кришны как это все? Вы имеете в виду духовный мир? Все новое что? В материальном мире? Нет, в духовном, ну я слышу, вот лилы и лилы Кришны происходят. А, да-да, Нава-Навараса. Все участвующие персонажи, они, ну, допустим, чтобы лила повторилась, они, значит, как-то теряют память и проживают эти события по новой. А, я понял. А как Кришна, как такой Кришна? Кто же кто это помнит? Ему Кришна тоже. Йога Майя, Кришна дает йога Майе могущество такое, что йога Майя покрывает даже Кришну для того, чтобы он забыл о том, что он верховная личность Бога, чтобы наслаждаться играми со своей мамой Яшодой. Понятно, да? Поэтому в Бхагаватам Шрила Прабхупада в источнике вечного наслаждения описывает, описывая игры Кришны, Шрила Прабхупада говорит, что Кришна, он заплакал. Мама Яшода, она стала его связывать, да, и он заплакал. Почему заплакал? Да потому что он забыл о том, что он Бог. Бог не плачет. Вы где-нибудь видели, чтобы президент страны или же какой-то генерал плакал на своей работе? Обычно нет. Он плачет дома. В отношениях с женой, с детьми, да? Там, где любовь проявляется, то сердце становится мягким. А там, где оно жесткое, нельзя плакать. И в семье этот генерал, он не генерал, он муж. В семье кто он? Он папа, но не генерал. И точно так же Кришна, во Вриндаване Кришна, он наслаждается играми со своими друзьями, со своей матерью, со своими подругами. И там Кришна забывает о том, что он Бог. Точно так же, как и генерал забывает о том, что он генерал дома. Ну и не надо помнить, зачем дома помнить, что ты генерал. Иначе раса, ты не можешь насладиться этой расой. Правильно? Так же происходит. Но когда мама Яшода начинает связывать Кришну, Кришна думает, я же Бог, я же генерал. Надо как-то это. Иногда он вспоминает, тут он вспомнил о том, что он Бог. И он раз, она связывает, ничего не получается. Она не может его связать. И Прабхупада говорит, как можно связать того, кто сильнее всех и кто верховная личность Бога. Вы не можете его связать, если он Бог. А потом, через некоторое время, он все-таки говорит, ну ладно, она все-таки проявила свою любовь. Или когда мама еще до его догоняла, да, она когда бегала за ним, она не могла его догнать. Прабхупада говорит, как можно догнать Кришну? Даже если он будет стоять, вы не сможете его догнать. Но в какой-то момент, когда мама Яшода посмотрела на его лотосные стопы и сердце ее стало думать, Боже, он сейчас наступит на какой-нибудь камешек, ему будет больно. Как только мама Яшода стала думать об этом, Кришна, оп,
она меня поймала. Почему поймала? Да потому что ее сердце переполнилось любовью. В какой-то момент она просто надо догнать, невозможно догнать. Но как только она стала думать, Кришна будет страдать из-за меня. И Кришна, ну стоп. И он стал останавливаться. Мама Яшода схватила его. И это лила. Поэтому нужно понять, что Кришна подчиняется своей энергии, йога-майя, для того, чтобы проявить свои игры. Не быть просто артистом, который делает вид, что он сын. А быть так погруженным. Я как-то слышал о том, что раньше, очень в древности, был один артист, который играл Махараджу Дашаратху. И он настолько вошел в роль Дашаратхи, что когда Рама уходил, он чувствовал боль разлуки и умер во время этой роли. Понимаете? И Кришна не хочет просто играть, так сказать, вот поверхностно. Он по-настоящему наслаждается. Он сын. Понимаете? Он возлюбленный. Он друг. Йога-майя, оп, и Кришна забывает. А потом, когда нужно, раз, и он вспоминает. Я же Бхагаван. Когда демон какой-то приходит, раз, Кришна Бхагаван. Он тут же берет его, оп, и нет демона. А в другом месте он мальчик. Такой нежный. Мама Яшода смотрит на него. Как он убивает этих... Невозможно, нет. Это не он, это не мой сын. Он такой нежный. Он такой слабый. Он боится, хватается за мое сари, когда видит какого-то там, какое-то животное. Мама, мама, что это, мама, что это? И одновременно с этим убивает каких-то демонов. Это йога-майя. Харе Кришна. Спасибо большое. Если есть последний вопрос, давайте. Если нет, то можно закончить. Уже 9. Адирас Прабу. Угу. Спасибо большое за лекцию. Я в основном слова благодарности хочу выразить. Слушал сегодня, старался внимательно. И очень в тему, вот я понял, что надо каждый день слушать Шримад Бхагаватам в очередной раз, потому что забываешь о тех анартхах, которые у тебя, ну, как бы ты обуславливаешься к ним, не замечаешь уже, а когда вот слушал сегодня, одна вылезла, все мечтала о Лакшми Нарисимха Шиле, чтобы поклоняться ей, чтобы, ну, процветание, богатство приходило в дом, вот, из чего сегодня вот послушал, понял, ну, что это вот одна из такая, ну, кармаканда. Так ли это? То есть, поклоняясь даже вот Нарисимхадеву, можно заниматься кармакандой, получается? Если такой мотив, да? Это не является кармакандой, спасибо, да. Это является элементом. Любое преданное служение, оно имеет себе, если оно имеет себе корысть, то это карма Мишара Бхакти. В этом случае это карма Мишара Бхакти, но настроение кармаканди. У него результат, конечно, другой. Потому что Кришна дал Махараджи Анге сына.
Ты просишь деньги, на тебе деньги, пожалуйста. Деньги нужны, возьми. Но от этих денег одни проблемы будут. И когда я пойму, да ну его в баню вообще. Когда у меня деньги появились, у меня начинаются проблемы. А не было денег, не было проблем. И эта реализация придет. Поэтому, так, Кришна, я не думаю о деньгах. Мне они не нужны. Они нужны только для служения тебе. Дашь, буду служить тебе с деньгами. Не дашь, буду служить тебе без денег. И это настроение преданного. Служить Кришне можно в любых ситуациях. Есть деньги или нет денег. Есть большие деньги или есть маленькие деньги. Кришна всегда дает, Шрила Прабхупада в лекциях во многих местах говорит, что просить у Бога хлеб насущный? Ну, хлеб насущный это образно. Правильно? Ну, деньги, этот хлеб насущный. Для чего нужны деньги? Для того, чтобы хлеб купить себе. Или еще что-нибудь, неважно что. И Прабхупада говорит, где вы видели, чтобы животные просили у Бога хлеб насущный? Они ничего не просят у него. Тем не менее, имеют все. Так? Они кушают, слон кушает тоннами. И имеет, не умирает с голоду. Точно так же человек, ну, преданный, он понимает, ну, зачем Кришне по мелочам обращаться? Что Кришна не знает, у меня есть деньги или нету, а? Что Кришна не знает, в каком я состоянии тут нахожусь? Он прекрасно все это знает. Чего у него просить его? Поэтому преданный, что он делает? Он просто поклоняется Кришне. И даже если у меня продукты кончились для поклонения Кришне, я прихожу, говорю, Кришна, продукты твои кончились. Прости, но денег нет. Где мне их добыть? Сделай что-нибудь. И очень много таких историй. Преданные рассказывают лилы начала там служения годов, они служат, и в храме пустота, вообще денег нету. Один преданный говорит, выхожу, смотрю, лежит $200. Я думаю, ну Кришна дает вообще. У меня как раз продукты закончились, чтобы Кришне предлагать, а он раз и дал. В другом случае, иду, встречаю человека, и неожиданно просто бах, и пожертвование $500. Таких случаев море просто. Поэтому, ну, зачем беспокоить Кришну по мелочам? Он и так все устраивает. Поэтому наше дело просто поклоняться и прикладывать усилия. И все, Кришна даст. Джай. Шрила Прабхупада ки джай. Тантра Шримад Бхагаватам ки джай. Дай Гоура Премананды. Рибо. Его милость один раз пробуки. Джай.